29 марта на стадионе «Крымтеплица Спорт-Арена» состоялось торжественное открытие межрегиональных соревнований по футболу в рамках первенства России среди студентов, проводимого Национальной студенческой футбольной лигой под эгидой Российского футбольного союза. Это первое соревнование общенационального характера, в котором Крым принимает участие. Представлены все регионы нашей необъятной страны, поэтому для Крыма это знаково. Происходит вот такая вот интеграция уже через спорт, и футбол, крымский футбол принят вот в нашу общенациональную семью футбольную. Для нас это большой пример вот такого патриотического воспитания. По счету это 9-й тур первенства России среди студентов. Мероприятие, на котором мы сегодня находимся, имеет огромное большое социальное значение, потому что идея развития студенческого футбола, она пользуется поддержкой президента Российской Федерации. Не случайно выделен грант президентский для проведения турнира Национальной студенческой лиги. И очень приятно, что сегодня этот турнир проходит именно в Крыму. Потому что нам нужно объединять нашу крымскую молодежь, объединять ее вокруг спорта, объединять ее вокруг идеи здорового образа жизни. На данном этапе принимают участие команды Крымского федерального университета, Южного федерального университета, Санкт-Петербургского политехнического университета и Московского физико-технического института. Крымскому федеральному университету уделяется внимание не только к футбольной, но и к баскетбольной, но и к самбо, и к дзюдо, и другим видам спорта. Потому что у нас хорошая плеяда тренеров, это целые школы, и, конечно же, футбол – это лишь одна из составляющих. Поэтому я думаю, что мы увидим интересное, хорошее, зажигательное зрелище, и все уйдут с хорошим настроением. Яркие неподдельные эмоции переполняли не только спортивных фанатов, болеющих за свои команды, но и самих игроков. Настрой всегда боевой, тем более домашний тур, это первый тур. Для меня это первая игра за сборную. Ну, надо выходить и выигрывать. В наше время футбол не просто популярная игра. Это целый культ и отдельный огромный мир, насыщенный разными событиями, имеющий свои правила и традиции.